Всем привет, с вами Green Knight, и мы продолжаем вампира. Так, убедить тетку, как... Да, господи. Как мы видим, блин, она была в гробнице там где-то. А, вот. Ну, давайте до нее добежим, почему бы и нет. Нам... А, ну нам показывают. Хорошо, если я пойду... Ага, направо. Все хорошо. А то сдохнет, блин, еще ненароком. Так, да-да-да, забыл. Хотел этим. Точно. Опа, а ты кто? Здравствуйте. I cannot enter. А ты кто? Good evening. I'm Dr. Я доктор Ривит. Я всегда рад встретить коллегу, особенно если думал, что он уже умер. Коллегу? Вы тоже врач? Уже нет, сэр. Раньше я был доктор Ракеш Чадана. А теперь я просто мистер Чадана. Ростовщик и скромный сторож в этом морге. Почему вы перестали работать врачом? У вас отобрали лицензию? Нет, сэр. Просто люблю точность в выражении. Я забочусь об усопшем и держу небольшой ломбард. Но когда-то я был врачом. Ну, сосед с мертвецами здоровья не приносит, хотя тишину я люблю. На лекарство. Не рискуйте здоровьем понапрасну, Чадана. Заразиться может каждый из нас. И это хорошо. Болезни и смерть напоминают нам о том, что мы не вечны. Но все равно спасибо, доктор Рид. Ага. А что у тебя есть, чувак? А, у тебя понятно. Так, а я могу что-то продать? За 20 монет могу продать дубинку. Так, это вот эти вся фигня. Это что, кольцо? О, на, 16, неплохо. По-моему, я Милтону и то дешевле продавал. Так, давайте вернемся, понаделаем лекарств. Я не помню, делал ли я делал в прошлой серии. Ой, как хорошо. Здравствуйте. Так, 4. Так, 2. Так, ну, 2 пойдет. 1 пойдет. Ладно, значит, я, видимо, наделал, потому что раз ни на чем не хватает. Пускай будут. Так, тут ничего не видно. Тут можно уже бежать. За звук был. Так, это крысы, ладно. Так, вы кто? Ага. Допустим. Неплохо. Замечательно, я бы даже сказал. Блин. Так, на Q. Блин, пацаны. Пацаны, сорян, но вы сами. Так, а у меня же какой-то новый навык. А, точно. Чтобы остановить. Но восстанавливается долго, ладно. Да пошел ты. Вот. Вдруг тут твоих это сожрали, а ты там стоишь просто так, да? Ты бесполезная тварь. Ты даже не помог своим. За это ты умрешь. Ну, в принципе, как и они, но... Они хотя бы сражались. И сражались за свою жизнь, нежели ты. Ты просто стоял и смотрел, как они умирают. Как тебе не стыдно? Так, сейчас, подожди. Не закрывайтесь. Ну и твою мать. Бесполезная тварь. Ты зачем вступил в сопротивление, если ты... Простите. Если ты им даже не помог. Ой, привет. Пацаны, привет. Давно не виделись. А если вот так? Ага.
Четко. А, точно, надо же залутаться. Так, ты забрал. Все, пойдемте. Ой, здорово. Да, блин, гребаный ведьмак со своим альтом. Так, чувак, ты меня бесишь немножко. Но я не буду их останавливать, как бы, смысл. Я не вижу, что укус меня исцеляет, как бы. Что за бред? Да, ё-моё. Может, не исцеление, а восполнение. Так. Подлечимся. А может, и исцеляет. Сейчас, по-моему, он исцелил. Как странно. Ну да ладно. Не суть важна. Так. Так, она где-то... Ага, вот она. Вы в порядке, мисс? Меня зовут Сяо Шун. Именно такое обращение принято в моей стране. Прошу прощения, Сяо Шун. С вами все в порядке? Да, это единственное место, где я обретаю своего рода спокойствие. Вспоминаем его милого Мэтью. Так, давайте медосмотр и сделаем. Как вы себя чувствуете? Я здоровье. Не важно, доктор Рид. Весьма не важно. Not at all. На лекарство. Примите. Это вам должно быстрее помочь. Спасибо, доктор. Задать личные вопросы. Не вечно же вам здесь оставаться. В конце концов, все равно придется покинуть кладбище. Почему? Зачем мне уходить, если только здесь я обретаю внутреннее спокойствие? Но вы рано причисляете себя к мертвецам. Есть... Господи, вас послушать, так кажется, что и вы. А что так быстро? Тогда примите мои соболезнования, доктор Рид. Так, понятно, по душам поговорили. Ой, господи, они прям быстро скипают, то есть, ну... Как длина русских субтитров несопоставима с английским. Вам надо вернуться домой. Нет, я пока не готова. Мне так не хватает моего милого Мэтью. И я не могу простить себя. Назад. До свидания, Сяо Шун. Увидимся позже. Ага, то есть мне надо... То есть мне где-то надо найти подсказку. То есть мне, в принципе, его най... Так. А, во, как ты погиб. Расскажите о смерти вашего мужа. Мэтью умер от испанки. Он не первый и не последний. В наши дни такой причиной смерти... Не удивишь, но для меня это стало концом света. Увы, в настоящий момент медицина почти бессильна против эпидемии. Мне очень жаль. Самое ужасное даже не то, что он умер, хотя это стало большим ударом. Хуже, что я не успела подготовиться. Я так быстро его потеряла. Он скрывал от вас свою болезнь. Мэтью был веселым человеком. Никогда не вешал нос. Полная моя противоположность. То ли он смеялся над Родоном, то ли не понимал, что ему грозит. Это мне узнать. Этого мне узнать не дано. Так. Возможно, испанка страшнейшая из болезней, известных человечеству. Почему вы вините себя? Вы не понимаете. Я не знала, что он тяжело болен. Не понимала серьезность ситуации до последнего, а там уж было поздно. Должно быть, мои слова прозвучат жестоко, но никто не защищен от этой болезни. Она может убить сильнейшего из людей буквально за пару дней. Я не успел даже попрощаться с Мэтью. Нам и невдомек было, как все плохо. Мы даже шутили над его болезнью. Он так часто меня смешил. А теперь я все лью слезы. Так, а если вот так?
Вы тоже врач. Чувствуете вину за то, что не сумели спасти мужа? Нет, я не врач. Но мне все равно хочется винить кого-то в смерти Мэтью. И кого, если же не его жену, который не в даме... Я врач, причем один из лучших в стране. Но мне не удалось спасти мою сестру Мэри. Она умерла у меня на руках. И зачем вы мне это говорите? Думаете, мне от этого легче станет? Нет. Просто захотелось рассказать, потому что здесь похоронена и она. Позвольте спросить, от чего умерла ваша сестра? Можно сказать, что ее убила ужасная болезнь. Болезнь, которой я бросил вызов, поклялся найти лекарства, даже если... Спасибо, что рассказали мне об этом, доктор Ридли. Быть может, нам с вами пора строить свою жизнь заново? Вернитесь домой. Думаю, вы правы. Кладбище для мертвых, потому что они заслужили покой. Благодарю вас за честность и мудрость, доктор Рид. Спасибо, что уделили мне время, Сяуши. Будьте осторожны по пути домой. Быть может, еще увидимся в Уайтчепеле. До свидания. До встречи. Так, окей, я, наверное, бегать не вырежу. Поэтому я нашел, что там надо с ней было просто потрындеть. А так я пробегал, и как бы на этом все. Я просто бегал вокруг, тут сильно ничего не нашел. Нашел там убежище, нашел туда-сюда. Помочил с этих с колят гребаных. Ну и на этом как бы, в принципе, и все. Так, я могу просто переместиться на ту сторону. Кстати, да. Вот тут, короче, убежище есть такое. Точнее, быстрое перемещение на ту сторону в убежище. И, соответственно, там с убежища можно уже выйти. Ну вот, в принципе, я, да, я бегать не вырежу. Вот видите, вот убежище наше. Новое, крытое. Так, две двери, кстати, есть. Одна закрытая. Твою мать. Простите, пацаны, я пошел. Так, это я пойду куда? Это я пойду вот сюда. Ага, здесь. Ага. Ага, так, короткий срез, но туда я не пойду. Я пойду вот сюда. Давайте еще пошаримся. Так, скалята. Ну, допустим. За них же, по-моему, опыт не дают. В принципе, нафига мне их до конца Ах ты, тварь. Убил. А, ну лут мне нужен с них, и все. Еще бы можно было, чтобы он оружие. Ага. Не убирал. В принципе, оно же ему не мешает. Так, это я понял. Это я понял. Ой, сразу двоих, четко. Ай, больно. Получи, тварь. Так, да, что хочешь? Ах ты, тварь. Мудила. Умри. Так, хорошо. Продолжаем исследовать канализацию. Там кто-то был? Нет, там огонь. А, ну тут есть, да. Привет, пацаны. Ай, ага. Я хочу собрать их всех. И сейчас мы проверим наши силы. Привет, пацаны. На, по щам. Ой-ой-ой. Так, ну-ка. Не того, а дурак. Ой, хорошо вмазал. Так, все в одну линию, пацаны, все в одну линию. Все в одну линию. Давай. Но это не в одну линию, ребят, ну чё? Ну не, в одну. Да ладно вам. Ой, хорошо, троих. На. Ага. Так. Кровушки надо попить, соответственно же. Ой, хорошо. Изичная дубинка. Ой, хорош. Кровушки мы восстанавливаем много.
Чувак, а ты постоишь у меня? В смысле? Ага. Ну ты зря. Так, теперь прыгающих ублюдков я могу останавливать. То есть, соответственно, когда он уже туда переместится, и, соответственно, в тайминге все сойдется, я его заморожу сзади себя и спокойно убью уже. Так, ага. Ой, коллекционный предмет, но информация. А чё, чё тебе не нравится? Ничего не понял. Ладно. Так, прошарим здесь. Так, что они здесь хотели, непонятно. Ну ладно, он тут хотел трубку, окей. Так, это я вышел, ага. Здесь ничего, здесь ничего. Ну, значит, идем далее. И что, никого даже спасти не надо? Это я вышел с другой стороны, получается. Интересно. Она, получается, за... Да, она вот за дверью была, да. Don't come closer, sir. Чувак, пожалуйста, не двигайся. А я пошел. Ой-ой-ой. Пацаны, не-не-не-не. Так, а я бегу куда? А я бегу правильно. Пацаны, я от вас вот это спрятался, да? Вы сюда не идете, чисто. А можно мне, ну, меня же тут никто не видит, алло. The flower's dying. It needs water. Ага, цветку, ну я понял, цветку нужна вода. В смысле, а где мне это взять ее? О, а, я думал, у меня тут лежит. Я думал, в кабинете у меня лежит труп. А. Окей, записка доктора Солнца. Супер интересно. Так, у нас 500 опыта. А, так, а здесь, ага. А, естественно, ой, хорош. Так, а, ну, 2-2 есть, нормально. Вот это, да. А, добавим, наверное, нет? Не хватает, да? Давайте вот здесь 3. Пускай будет. А, хотел еще разобрать что-нибудь. Да. Отлично. Есть? Можно прокатить? Нельзя. Нет, нехорошо так. А, не могу. Не нужно. Могу. Не могу. Даже не могу. Дубинку. Могу дубинку. Зачем, правда? Мне интересно. Ладно, у нас есть одно оружие, пускай оно. Оно супер универсальное, я бы сказал. Очень универсальное оружие. Так, мне надо найти дурачка. Так, у нас есть, ага, Ньютон. Так, Пиппа болеет. Этого мы вылечили. Так, хорошо, давайте пройдемся по больным. И, так, ты не больна. Так, переутомление. Иду, дружище, иду. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Да, доктор Рид вам поможет. Дать лекарство. Хорошо. Так, ты вылечился, я так понимаю. Ага. А вы? Good evening, madam. Доброе вечер, мадам. Чем могу помочь? I'm Dr. Jonathan Reed. Я доктор Джонатан Рид. Что случилось с вашим сыном? Я Беатрис Госвик, мать Мортимера Госвика. Вы не могли бы его осмотреть? Все говорят, что вы талантливый врач. Ага, то есть... Do you require medical attention? Так, медицинская помощь. Well, держи. Подсказок. А у меня нету подсказок про нее. Goodbye, Mrs. Gos... До свидания, миссис Госвик.
А, ну я же ему помог чуть. Так, хорошо, вылечил. Так, кто где еще? Так, это понятно. Это ясно. Так, кто-то куда-то свалил. Так, ага, ага. Так, давайте вот так вот пробежимся. Может, кого? Ага. Доктор, доктор, стойте. Стойте, доктор. Доктор, стойте, сказал. Good evening, sir. К нам устроился доктор Ли. Нифига себе. Мы знакомы? Yes. На самом деле, да. Мы встречались однажды в Нью-Йорке. В Рокфеллерском университете. Хорошо. Yes, а, доктор Типпетс. Когда я помогал профессору Каррелю исследовать вопросы хирургии, да? Он был уверен, что вас ждет успех. И вот, смотрите, теперь вы известный хирург. Помощь. Ага. Задать отличие. А, врачи. Коркоран, расскажите мне о миссис мистере Конкосле. Он был моим пациентом и умер из-за моей ошибки. Такова суровая правда. Так, в чем ошибся? Это была двойная ошибка. Я неверно поставил диагноз, а доза лекарства оказалась слишком велика. А, кто это был? Не знаю, мне его привезли из доков, может быть, рыбак. Я не успел с ним поговорить. Почему бы вам не оставить практику? Блин, слишком резко пропустил. Ладно. Подсказки, фигаски... Goodbye, доктор Типпетс. Так, ничем не болеет. Восстановление. Восстановление. Ох, етить твою мать, что тут случилось? Джонатан, мои sincere condolences. Примите мои искренние соболезнования. Благодарю вас за сочувствие, миледи. Вам что-то нужно? Я следил за матерью на похоронах. Вы рассказали правду о себе. Вы рассказали правду о себе кому-то из родных? Нет, Джонатан. И я советую вам даже не думать об этом. Значит, мы обречены лгать тем, кого любим? Мы по своей природе тети лжи, друг мой. Но в этом случае мы лжем сами себе. Или как-то там, не знаю, короче. Что, если я сойдусь с кем-то так близко, что захочу открыть правду? Вы увидите страх, ненависть, отвращение. Потом эти люди будут умолять, подарить им бессмертие. А это может разозлить охотников на вампиров. Ага, понятненько. Ну, пока с ней не о чем говорить, поэтому пойдем дальше просто. А чё случилось? Чё произошло? Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan. Dr. Swansea has already told us. Did he really? It's a good thing. All members of staff have already read about your new blood transfusion. I see. Да я понял, так. I will be fine. А, то переутомление. На, держи. Хорошо. Goodbye. Пока, пойдемте. Так, ничем не болеет. Вам, сестра, чем помочь? Good evening. Do you need... Так, на. Thank you. Goodbye. Так, от простуды, хорошо. Ух ты ж, твою мать, эту бабку грохнули, серьезно? Охренеть. Прикончили эту старуху. Так, вы ничем не болеете, все. Сюсюкайтесь дальше. Так, ну, в принципе, у нас тут больше никого нету. Пойдемте. Что тут произошло, Суанси? Боже милосердный, у вас в больнице кровосос. Это моя больница. Моя работа — лечить людей, пока вы воюете. Если пригласили за стол змею, не удивляйтесь, что у вас в кружке яд. Мне надоел этот разговор. Вы охотник Маккаллум, а не врач. Вот и идите охотиться.
Не забывайте, у меня нюх на обман. Я его за милю чую. От стражи не спрячешься. You can't hide from the guard. Leave him, Jonathan. Пропустите его, Джонатан. Нет. This is sacred ground. Это священная земля. Нейтральная территория. And I just had the carpet. А как же только что почистили? Клянусь святой Петрахилью, господи. У нас очень, очень большие проблемы. Да я вижу, замочили бабку, которая тут всех донимала. Интересно, кто ее замочил. Что произошло? На больницу напали. Несколько пациентов ранили. По крайней мере, одного убили. И несколько пропало. Я в полной растерянности. Даже самые немощные просят отпустить их домой. Так. Вас беспокоит случившееся, или вы боитесь за свою репутацию? Сейчас не время думать о самих себе. Конечно, вы правы. Сейчас важно не допустить скандала и как можно быстрее восстановить порядок. Вы говорили, что один из пациентов погиб. Кто именно? Мисс Харриет Джонс. В ее палате устроили настоящую бойню. А она вся залита кровью. Blood everywhere. Сейчас ее убирает дежурная сестра. Very well. Хорошо, я помогу. Я знаю, что больница важна для вас. Я заметил, что вы подавляете свою жажду, когда рядом персонал и пациент. Эдгар, вы можете мне доверять? Я знаю, мой друг. Расскажите подробно. Шон Хэмптон, которого мы спасли в доках. Похоже, что он все-таки был зараженным. Значит, Хэмптон превратился в зверя. Именно. И теперь стражи привычно подозревают, что в больнице основались вампиры. Вы понимаете, что это значит для нас? Не волнуйтесь, я защищу и вас, и персонал. Маккаллум безумец. Стражи не остановятся ни перед чем. Вы знаете, на что они способны, Джон. Ну хорошо, раз я привез сюда Хэмптона, я и разберусь с этим делом. Ага, есть Ника. Шон Хэмптон живет и дышит для well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Так, отправиться в доки. Хорошо, так, это насколько нам далеко? Да господи, уберись. Да господи, не тось. Да не тось, господи. Ага, ой, как далеко. Так, а давайте-ка я пойду. Или нет? Или да, пойдемте. Пойдемте. Я там все равно бегать не вырежу как раз. Да, нормально, нормально. Так, все остальные вроде нормально. Живы, целые. Ага, Ньютон появился, смотрите-ка. Так, тихо. Так, Ньютон. Вот сюда. Доброе утро, сэр, я доктор Джонатан Рид из Пембургской больницы. Чем могу быть полезен? Доктор Рид? Так это вы спасли моего друга Освальда. Приятно познакомиться, сэр. И вы? Ньютон Блайт. Мы с Освальдом недавно вернулись с войны. Больше да, на фронте я все время боялся подцепить какую-нибудь инфекцию. На лекарство. Вы с Освальдом были погребены заживо, расскажите мне об этом. Да, это произошло прошлым летом. В тоннель попал снаряд, и мы неделю просидели под землей. Как вы продержали целую неделю? К счастью, в тоннеле были пайки и вода. Это был аванпост, понимаете? С тех пор Освальд не любит долго находиться в четырех стенах. Это повлияло больше на Освальда, чем на вас. Я такое уже переживал, только поэтому и смог держать себя в руках. Невероятно, правда? Как вы относитесь к Освальду Тэтчеру? Вы ведь не просто друзья. Я люблю его. Я люблю Освальда. Мы не выжили на войне друг без друга. А теперь
Мне страшно, доктор. Что вас так пугает? А вдруг люди узнают? Осель говорит, мол, мне стыдно, но... Какое там? Это скорее, ну вы понимаете. Я никогда не думал, что полюблю мужчин. А, да, будьте осторожны. Возможно, когда-нибудь вам не нужно будет скрываться. Но пока я советую проявлять осторожность. Я знаю, доктор Рид. За решеткой Освальд долго не протянет. Да если нас разлучат, тоже. Хорошо. До свидания, мистер Ньютон. Так, а вы, Освальд, что мне скажете? Добрый вечер. Ньютон испытывает смешанные чувства по отношению к вам. Хотите поговорить об этом, Освальд? Меня это расстраивает и злит. Наши прекрасные отношения теперь словно запятнаны. Не больно видеть его в таком состоянии. Он в самом деле любит вас. Я уверен, он не врал, когда говорил о своих чувствах. Ньютон боится, что его сочтут ненормальным больным. Тупые лицемерные будут говорить, что он не мужчина, хотя он лучше их всех вместе взятых. Так, до свидания. Так, хорошо, это мы типа последнюю подсказочку открыли. Так, а куда он сидит? Он свалил? Так, Ньютон пошел наверх. Хорошо. Здравствуйте, Ньютон. Hello. Good evening. А, еще одна подсказка. Так, значит, где-то мне надо найти. Хорошо, я понял. Так, тут что-то валялось. Ага. Забрал. Так, ладно, развлекайтесь, мальчики. Это ваши дела, я не буду лезть, мне пофигу. Пока меня это не касается, остальное меня не волнует. It seems the Priwen are redoubling their patrols in the district. Похоже, стражи Привена усилили. Нужно действовать осторожнее. Fear no evil. We do the law. It's locked. В смысле, блин, заперто? Постой. Ах ты, сука. Ох, иди твою мать, сколько вас здесь. Ой, пацаны, тихо. Так, я попал в тупик, да? Ой-ой. Так, чувак, полежи, отдохни. Я не буду их слишком... Так, а почему у меня на карте метка стоит? Так, метку уберите, пожалуйста, лишнюю. Так, убрать маркеры, да? Да где, господи, где этот маркер стоит? О, господи. Ага. Так, пацаны. Ой-ой-ой. Какие вы дерзкие, а? Не-не-не, пацаны, не выйдет. Ага, понял. Бежим. На, по щам. И еще по щам. И тебе туда же. Ты чё, тварь? Ты не попутал? На батьку прыгать. А ты? Ты откуда вылез? Так, маленькая выносливость, да? Так, ага, спасти человека, понял. Так, вижу прыгающего упыря. Так, не так. А, в смысле? Ты еще живой, ублюдок. Он оказался еще жив, ты смотри-ка. Так, чувак, постоишь? Да, блин, ты дурак. Чувак, даже не думай. Сюда иди. Да. Да ты мудила. На, лечимся. Фух. Так, это мы забрали.
I need someone who can read this. Не суть важно. Лови. Ой, хорошо, двоих зацепил. Так, тихо. Лечимся. Да куда ты махнул? Ну ты и козел, так, лечимся. Ой, хорошо. Чётенько, так. Ага. Спасибки. Да, в смысле, вы такие дерзкие. Ой, хорош. Так, мы на мусор постановим. Да ты достал. Так, постой. Ой, 19-я. Я думаю, что так больно бьет. Все. Отдыхайте. Так, и еще разок сейчас. Здравствуйте, мистер. Так, забрал. Мистер. Are you all right, sir? У вас все в порядке, сэр? Что привело вас в эти места? Не суйте нос не в свое дело. Надеюсь, вы понимаете, что здесь очень опасно. Ха! Я не боюсь этих стражей, привет. Или как там себя эти громилы называют. Я научу этих сопляков уважать старших. Я не говорил именно о них. Вы в самом деле преследуете? Почему? А они забрали моего мальчика. Он ушел с этими психами и пропал. Поэтому я решил сам найти его и кое-что выяснить. Ясно. И все-таки поймите, вас тут могут убить. Прежде чем... Причем даже не банд. Вам лучше уйти, сэр. Эх, раньше здесь было приятнее. Скажем так. Возможно, вы правы. Это не лучший способ искать Энн. Попрощаться. Ага. В следующий раз его надо подлечить, да? Так, ну пошаримся. Ага, что-то нашел. Нашел монетки. Так, нашел сюда. Что, поди убежище, да? Окровавленным письмом. Милая мама, что бы ни случилось, со мной помни, что я тебя люблю. Там, тыры-пыры-пыры, до свидания, любимая матушка Джек. Ага. И не Гиллем. Хорошо. А, он ничем не болит. Хорошо. Отлично. Так, не убежище, это плохо. Я бы хотел убежище, кстати. Уже можно было бы и сохраниться заодно, и прокачаться. Так, мы спасли типа. Окей. Ближайшее убежище есть? А, есть, да. Неплохо, пойдемте. Доки. Хорошо. Так, пускай там, где у нас? Убежище справа. Убежище направо. Здравствуйте. Здравствуйте. А, ага, хорошо. Понял, какое убежище. Это самое первое. Так, в общем, давайте прокачаемся. Что-нибудь прокачаем. Так, это что у нас свертывание? А, это хорошо. Длительность контроля. 1300, чуть-чуть не хватает. Ладно, так. Мы можем прокачать... А, выносливость, кстати. Да, я бы выносливость. 1000 как раз надо. В два раза больше выносливости. От начального уровня, соответственно же. Так, все, больше ничего не могу вкачать. Соответственно, мы сохраняемся. Следующей ночью, так. Ага. Так, здесь у нас вроде все хорошо. Здесь я всех почти вылечил. А вот этот... А, клей Кокс, я так его и не нашел. Где-то шарик. Надо, короче, побегать. Так, здесь у нас подлечились. Ага.
Здесь нормально все. Так, здесь я сейчас подлечу, соответственно. Так что будет нормально. Блин, надо называть так 15 уровень. Ну что же, а на сегодня тогда закончим и продолжим в следующей серии. Ага, старый хрен и что-то там еще, расследование завершено. С вами был Green Knight. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока!